Здравствуйте, меня зовут Олег Белов, и я представляю вам еще одно пианино марки Wendel & Lung. На этот раз модель называется W120. Высота оно 120 сантиметров, и оно предназначено для домашнего пользования. Например, если ваш ребенок вырос и решил заниматься музыкой, самая классная идея – купить ему такое пианино. Почему? Почему не синтезатор, почему такое пианино? Потому что именно пианино, оно передает в точности динамику рояля, за который ребенок пересядет на концерте. Синтезатор этого не даст. Да? Ну что, например, дети играют? В какой тональности осенняя песня? Не помню. Ну, сыграю в до диез миноре. Понятно, да? Живой, теплый, полноценный звук. Насколько мощное это пианино, насколько оно может выдержать физическую нагрузку? Тоже сейчас проверим. И проверим, не поплыл ли строй. Говорил ли я вам о том, что этот бренд достаточно исторический? Этому бренду более 100 лет. Задуман он был еще в 19 веке, а первые инструменты пошли в производство с 1910 года. Эта марка была популярна в Европе, можно даже сказать, по всему миру в течение 20 века. Просто мало кто об этом догадывался в России. Смотрите, если вам нужно записать пианино, именно чтобы чувствовалось, что это пианино, что это не рояль, не просто какое-то абстрактное фортепиано, вы можете поставить к нему микрофон, и вы получите краску настоящего пианино. Для чего это нужно? Ну, не знаю, для кубинской музыки, да, где там у вас будет бэйби-бас. Или, например, для какого-нибудь блюза. Проверим, насколько тонко передает это пианино штрихи. Стаккато. Стаккатиссимо. Нота еще звучит.
Ну и, наверное, скажу вам, что цена этого инструмента в розницу 260 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью синтезатора. Это очень дешево. И вряд ли вы найдете какой-нибудь инструмент в этой ценовой категории такого качества. Спасибо за внимание.